Друзья, всем привет! Продолжаем рассматривать интересные проекты, интересные и перспективные, которые, скажем так, связаны с криптовалютой, с технологией блокчейн. И сегодня у нас на обзоре такой интересный проект под названием High Performance Blockchain. Кто-то уже, может быть, про него слышал, кто-то нет. В любом случае, видео будет интересно всем. Поэтому сегодня в видео мы рассмотрим, собственно, этот проект, чем он так интересен и вообще, что он несет конечному потребителю и конечному пользователю. Начну, наверное, с самого главного, что данный проект High Performance Blockchain – это новый вид блокчейна на основе аппаратных средств и программного обеспечения. То есть он позиционирует себя как простая в использовании высокопроизводительная блокчейн-платформа. И нужна она, в принципе, для удовлетворения потребностей именно в реальном бизнесе. То есть под реальным бизнесом можно подразумевать такие там большие гиганты, как Alibaba, как Tencent и такие компании, которые нуждаются именно в высоконагруженном, высокоскоростном доступе к блокчейну. Вот. И все это делается путем создания архитектуры именно... архитектура операционной системы для приложений. То есть для ускорения работы будут использоваться аппаратные чипы и программное обеспечение, которые взаимодействуют именно с ними. Вот. То есть, другими словами, можно сказать, что данный проект, данная вообще задумка разработчиков, они планируют с этим проектом именно дать, скажем так, навязать конкурентную борьбу именно таким мощным монетам, там, как биткоин, эфир и так далее. Далее в видео мы с вами это рассмотрим. То есть вообще данный проект – это платформа, созданная для улучшения всех проектов, использующих структуру блокчейн. То есть новая технология решает проблему масштабируемости и ускоряет пропускную способность транзакций. И внедрение данного проекта позволит выйти за пределы цифровых денег и перевести на блокчейн вообще весь документооборот мира. То есть, да, как бы это ни звучало, но вот с помощью этого проекта вообще весь документооборот можно перевести именно на технологию блокчейн. Для реализации этой задачи разработчики, они разбили данный проект на аппаратную и программную часть. То есть, соответственно, в итоге у потребителя появляется высокопроизводительная система блокчейна, которая способна работать с любыми базами данных и проводить вообще миллион транзакций в секунду. То есть, для примера, можем с вами сказать, что у биткоина, если мне память не изменяет, там в секунду около 10-20 транзакций, то здесь... именно в секунду разработчики планируют делать до 1 миллиона транзакций. То есть, да, вы имеете представление вообще, о каких скоростях идет речь. Вот. Что еще хотелось бы сказать? То есть, на март 2018 года был запланирован первый запуск платформы. Соответственно, сейчас уже платформа доработана. Она уже почти без лагов, то есть все это уже происходит быстро и, ну, скажем так, без всяких запинок и так далее. Вот. И, наверное, подводя итог, стоит сказать, что High Performance Blockchain – это перспективная технология сейчас на данный момент, которая относится к криптовалюте. И она будет интересна всем действующим именно блокчейн-проектам, потому что таких скоростей еще ни одна платформа не могла представить именно нам. И особое внимание на этот проект обратят именно крупные корпорации, которые работают с огромными объемами важной информации, где там нужны гигантские просто объемы транзакций и так далее, то в любом случае... к этому проекту будет очень большой интерес вообще, как бы, скажем так, со всех сторон, будь то это гиганты, либо же какие-либо, ну, просто, скажем так, новички. Вот, поэтому давайте пробежимся по сайту. То есть сайт, да, у них, скажем так, небольшой, но достаточно информативный. Сразу же тут у нас команда, дорожная карта, на главной странице, собственно, техническая документация.
Вот, дорожная карта тоже расписана именно на отрезке, и вот с первого квартала 2018 года проект уже, в принципе, в действии. Вот, внизу также социальные сети, можете перейти, там вам помогут, в принципе, ответят на любые вопросы. Вот, и, собственно, что бы хотела сказать в заключении, то есть на данный момент в сфере криптовалюты и в технологии блокчейна, скорее всего, ну, может быть, это мое мнение, не хватает именно такого проекта, который даст вот эту возможность вот эти вот многомиллионные транзакции в секунду проводить, и в любом случае он будет выбиваться в лидеры, несмотря на то, что как бы есть такие гиганты, как биткоин, эфириум и так далее. Я думаю, что вот этот проект покажет себя, и он уже, в принципе, да, достаточно хорошо и продуктивно, скажем так, работает, и я думаю, в ближайшем будущем он будет только расти и развиваться. Вот, поэтому команде разработчиков пожелаем удачи, верим в этот проект, да даже уже не верим, а уверены в этом проекте, и пусть у них все получится, и я думаю, что в ближайшем будущем мы все-таки сможем увидеть эти многомиллионные транзакции, которые, скажем так, будут реализованы с помощью технологии блокчейн, и посмотрим, что у нас ждет там в конце 2018 и в начале 2019 года. Вот, поэтому на этой оптимистичной ноте можно закончить. Подписывайтесь на канал и следите за дальнейшими разборами. Всего доброго!